«Капля в море». Под таким названием открылась в столице фотовыставка, посвященная воспитанникам и выпускникам детских домов. На ней представлены работы профессиональных фотографов, которые запечатлели как яркие моменты, так и повседневную жизнь детей, оставшихся без родителей. По словам организаторов этой выставки, они хотят показать, как живут дети в детских домах, рассказать о вкладе волонтеров, а также обратить внимание общества на проблему сиротства в нашей стране. Вы сегодня видите уникальные фотографии. Мы ранее их нигде не размещали, они хранились в архиве. Наша цель – обратить внимание на эту проблему и чтобы общество включилось в решение нее.